Васиштхи. Перевод с санскрита с вамини Видьянанды Сарасвати. Сарга 68. О демонше Ракшаси. Васиштха сказал в связи со сказанным Вспоминается древняя история о демонше Ракшаси и о множестве задаваемых ею удивительных вопросов. На вершинах Гималаев жила страшная демонша по имени Каркати, черная как гора и ужасная на вид. Она также была известна как Вишучика, Халера и Аньяя Бадхика, вызывающая болезни. Она была сухой и тощей, напоминая лес на горе Виндхья. Ее глаза полыхали огнем, ее черное тело было словно ночь в одежде из темного неба и наполовину наполняло собой пространство от земли до небес. Туманы были ее нарядами, Плотные облака, накидкой на голову улыбка, низкой грозовой тучей. Ее черные волосы были бесконечной тьмой. Ее глаза блестели молниями, ноги были стволами дерева Тамала. Острые когти сияли, как драгоценные камни. Ее смех был похож на грохот снежной лавины, ее убранством. Была ужасная гирлянда из цветов человеческих скелетов. Руки и ноги ее украшали гирлянды мертвых тел. В танце с другими демонами Виталом ее серьги из черепов раскачивались и звенели. Длинные страшные руки, казалось, хотели схватить солнце с неба. Ей было сложно найти пропитание для своего огромного тела, и она всегда была голодна. Огонь голода в ее утробе был ненасытен, как пламя гигантского океанского пожара. Ее обширная утроба никогда не была полной и сытой, и ее аппетит никогда не угасал, как язык пламени подводного пожара. Однажды у Каркатии возникла мысль. «Если бы я сожрала всех людей с континента Джамбудвипа, как океан поглощает многочисленные, постоянно бурлящие реки, мой голод пропал бы, как мираж в пустыне исчезает при появлении грозовых туч» то, что позволяет выжить в ужасной ситуации, не будет неверным. Однако кто может повредить хорошо защищенным? Все люди там равнохранимы мантрами, лекарственными снадобьями, аскезой, милостыней, поклонением богам и прочим. А, -а, а я посвящу себя высшей аскезе без устали и отвлечение ума. Только суровыми практиками можно добиться невозможного. Помыслив так, полное желание поглотить всех существ демонша решила для аскезы удалиться на недоступную гору в Гималаях. Она поднялась на вершину с решительным полыхающим взглядом, олицетворяя грозовую тучу чернотой своего тела и конечностей. Придя туда, она совершила омовение и приготовилась начать свою аскезу. Она стояла на одной ноге с немигающими глазами, напоминающими солнце и луну. Проходили дни, ночи, месяцы и времена года, в холоде и жаре тело демонши как будто вросло в скалу. Так она возвышалась, словно бездвижный столб в окружении облаков, и ее черные волосы, стоящие дыбом, как будто стремились достичь неба. Бури иссушили и состарили кожу Каркати, сделав ее подобной коре. Ее конечности исхудали, ветер шевелил вздыбившиеся волосы на голове, как будто достигающее небо и держащее множество жемчугов звезд. Увидев ее аскезу, нерожденный создатель Брахма явился перед нею. Такова Сарга 68 о Демонше Ракшасе, книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи ведущий к освобождению записанной валмики. Сарга 69. История иголки о мантре вишучики. Васиштха продолжил. Спустя тысячу лет перед Каркатией предстал создатель Брахма, чтобы завершить ее непреклонный аскетизм, силой которого можно охладить даже ядовитый огонь. Она поклонилась ему мысленно и задумалась о том, какой бы дар выбрать для удовлетворения своего голода. О, я попрошу исполнение одного пришедшего на ум желания. Пусть я стану живой иголкой, сучикой, воплощением болезни, твердой, как сталь. Захотев этого и став такой иглой, я смогу входить в сердца всех живых существ, словно тонкий аромат. Таким путем я проглочу весь мир, дабы постепенно удовлетворить свой голод. Избавление от голода ⁇ это высшее блаженство. К ней, размышляющий таким образом, обратился Брахма, сидящий на лотосе. Он прозрел ее дурные мысли, и его голос зазвучал громом тяжелой тучи. Брахма сказал, ⁇ О Каркати, о гирлянда облаков горы рода ракшасов ⁇ Я удовлетворен твоей аскезой, поднимись и получи исполнение задуманного тобой желания. ⁇ Каркати сказала, Обхагаван, владыка прошлого и будущего, выполни мое желание, пусть я стану живой иглой, воплощением болезни, твердой, как сталь. Васиштха сказал, Прородитель Брахма произнес, да будет так, и добавил ты будешь иглой, сучикой, несущей недуг и холерой вишучикой. Став тонкой и невидимой для человека, ты заставишь страдать весь мир. Тех, кто ест неправильную пищу, совершает дурные деяния, кто глуп и живет, нарушая Писание, тех, кто обитает в нечистых местах, всех нехороших людей ты будешь мучить, входя в них вместе с дыханием и вызывая боли в сердце, селезенке и других органах. Ты станешь вишучикой, болезнью по природе своей подобной дуновению ветра, и будешь заставлять страдать и хороших, и плохих людей. Но для излечения хороших людей я дам особую целительную мантру. Брахма сказал, «На вершине Гималаев демон Шаракшаси по имени Каркати именуется теперь Вишучикой, а также Аньяя Бадхикой, вызывающей болезнь. ॐ ह्रीं ह्रं ह्रीं रां विष्णुशक्तये नमः ॐ नमो भगवती विष्णुशक्तिमेन हर हरा नय नय पच्च पच्च मथ मथ उत्सदय दुरे कुरु स्वाहा हिमावन्तं गच्छ जिवा चन्द्रमण्डलगतो सख्सखचन्द्रमण्डलगतोऽसि स्वाहा तखवा – это мантра, которую надо написать на ладони левой руки и этой рукой провести над больным. Потом можно считать каркати побежденной, бегущей в сторону снежных пиков Гималаев, пронзительно кричащей под ударами молота этой мантры. Затем надо представить больного в центре луны, источающий нектар вечной молодости и бессмертия, освобожденным от старости, смерти, страданий ума и заблуждений. Желающий излечения, очистившись и выпив немного воды, следуя этому порядку, полностью излечивается от болезни. Тут вездесущий властитель всех трех миров растаял в воздухе, оставив могучую мантру, пребывающим в пространстве ситхам приветствуемый Индрой, он отбыл в свою нерушимую сияющую небесную обитель. Такова Сарга 69 -я. История иголки о мантре Вишучики, книги третьей о создании Маха Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Сарга семидесятая. Приключения иголки. Васиштха сказал. Тут огромная черная демон Шаракшаси обликом напоминающая горный пик начала уменьшаться в размерах. Она стала как черная грозовая туча, затем уменьшилась до размеров дерева, далее стала размером с человека, затем с руку, потом размером с ладонь, дальше с палец, следом сушеный стручок, и вскоре она стала иголкой. После этого она стала тонкой, как волокно лотоса. Потом, как тончайшая игла для шелка, далее, как кончик иглы, и затем, стала крошечной частицей, подобной воображаемой горе. Она стала тончайшей, живой, черной, металлической, острой иглой, пребывающей в пространстве и несомой тонкими телами существ. Она казалась иголкой, хотя в ней не было никакого железа. Среди множества других иллюзий она была всего лишь иллюзией, крошечной иглы. Она была мельчайшей, сияющей драгоценной иголкой, обладающей умом, тончайшим отблеском драгоценного камня в солнечных лучах. Она напоминала качающиеся на ветру побег лианы, сотканные из черного облака, и ее глаза сияли сквозь крошечное игольное ушко с сияющим лицом, подобным ничтожной пылинке на острие иглы, Каркатии как будто приняла обет молчания для высочайшей цели уменьшения своей величины. Она стала тончайшим элементом пространства и была еле видной, как искра света вдалеке. Она как будто выплевывала из себя пространство своим чудным ртом. Надо было прищуриться, чтобы разглядеть ее. Она была тонка, как луч света лампы, и нежна, словно завиток волос на голове только что выкупанного ребенка. Она стала подобна крошечной тычинке лотоса, возжелавшей покинуть цветок. Она была красива, как сила, устремившаяся наружу по каналу Сушумне. Ее усмиренные чувства как будто пребывали вовне, она была подобна неизвестной никому истине буддистов или логиков. Как будто подтверждая доктрину Шуньи, демонша достигла пустоты, став беззвучной черной дырой, и за ней тянулась невидимая Нить жизни. Она отражала сознание и была полна желаний и склонностей. Как луч света от едва горящей лампы, она была остра и неуловима. Каркати стала иголкой из-за желания утолить свой голод, но ее суждения были опрометчивы. Она не обдумала своего решения, а ведь оно воистину было глупым. Демонша не задумывалась о бесполезности формы иголки. Глупцы видят только свое глупое желание. Она не размышляла о состоянии иглы своим недалеким умом, ведь глупец не размышляет о причинах и последствиях неукротимое желание достичь своей цели может привести к иным результатам. Так, желающий получше разглядеть себя в зеркале, от волнения затуманивает его своим дыханием и не может увидеть отражение. Каркатии стала иголкой, отказавшись от огромного тела. Воистину, для этой демон Ширакшаси одолеваемой сильным стремлением даже смерть огромного тела, стала желанной. Увы, ужасен конец тех, кого обуяла слепая страсть. Даже тело было отброшено, как пучок соломы, в силу огромного желания демон Ширакшаси. Очарование одним объектом Лишает рассудка. Демонша Ракшаси, стремясь к удовлетворению голода, не подумала даже об уничтожении своего тела. Для глупца, ослепленного одним стремлением, даже смерть становится желанной. И демонша Ракшаси, даже став иголкой без тела, была весьма довольна. У нее была другая ипостась. Живая вишучика, болезнь, не имеющая формы, являющаяся по своей природе пространством, чьим телом стало движение. Она была подобна потоку света, как тонкая нить жизненной силы в виде кундалини, прекрасная, как луч солнца и луны. Это безжалостная крошечная сучка входила в тела живых существ, подобно цветочному аромату, вызывая внутренние страдания. Ее дурная сущность и греховные мысли не претерпели изменений, и, следуя за дыханием других существ, она наслаждалась их мучениями. Итак, у демонши было две формы – сучика и вишучика. Одна тонкая, как иголка иния, другая мягкая, как волокно хлопка. С этим своим двойственным телом, входя в сердца людей и пронзая их, жестокая демонша бродила по всему свету. В соответствии с собственными намерениями все существа или обретают величие или становятся ничтожными. Так каркати, оставив свое огромное тело, приняла форму иголки. Глупые и ограниченные существа ставят перед собой глупые цели. Демон Шаракшаси своей аскезой страстно добивалась того, чтобы стать иголкой. Врожденные склонности даже хороших существ нелегко прекращаются. Демонша заслужила своей аскезой горячо желаемое тело иголки. Когда она начала свои путешествия в пространстве, ее огромное тело растворилось, подобно осеннему облаку под порывами неукротимых ветров входя вместе с дыханием в обессиленные тела, тощая и полная иголка становилась болезнью, вишучикой. Она проникала также в тела некоторых здоровых и даже мудрых людей, превращаясь внутри них из живой иголки в болезнь. Где-то она наслаждалась, обитая в сердце глупца, где-то ее изгоняли посредством благих заслуг, очищающих мантр, лекарственных растений и аскезы. Так жила Каркати много лет, скитаясь в своих двух ипостасях по земле и в пространстве. На земле она пряталась в пыли, на руках, под ногтями, на пальцах, в пространстве, в свете, в одежде, в нитях. Она таилась в волокнах мышц, в грязи и навозе, в высохших канавах и гнилой траве. Попадая в неблагие тенистые места, она затрудняла дыхание существ. Она обитала в местах, где вьются облака мух, где растут деревья, приносящие благополучие, где валяются кости, где постоянно дует ветер, во влажных и туманных местах и на тех, кто носит грязную одежду. Она жила там, где множество мух, кукушек и ворон садятся на пни, изгрызенные насекомыми, и там, где дуют сильные холодные ветра, раскачивая ветви деревьев. Она обитала в туманных низинах, где плывут гирлянды облаков. В глубоких ранах на пальцах и там, где выпадают дрожащие росы, в горах, в муравьиных кучах и на дорогах, исхоженных людьми. Она появлялась в пустынных миражах, в диких местах, полных хищных зверей и огромных змей. Там, где останавливаются путешественники, страдающие от блох, и откуда все в страхе разбегаются в зловонных прудах, куда сплевывают пожеванные листья бетеля-пешачьи, в пристанищах-путешественниках на перекрестках дорог, где дуют холодные ветра. Она странствовала повсюду, разносимая руками и слюной людей и животных, раздавливающих ногтями напившихся крови блох и вшей, и съедающих их. Она путешествовала по разным удивительным и живописным городам и, наконец, устала от своих бесконечных странствий. В городах и селениях демонша носила только обрывок нити болезни, а в теле, горячим от лихорадки, она оборачивалась бешеным быком, скачущим по лесу. Устав, она пряталась в укромных местах, чтобы немного отдохнуть, как игла, выпадающая из утомленной руки после продолжительного шитья. Хотя она была жестокой, а действия ее были злыми, она вредила не сама. Если бы она отреклась от своей врожденной природы, она не могла бы оставаться острой снаружи. Так, эта железная осознающая иголка, постарев телом, продолжала путешествовать всюду, как корабль с тяжелым грузом камней. Она странствовала, движимая своими желаниями, подобно пыли, несомой силой ветра. Она двигалась, как иголка с пропущенной в ее ушко нитью, как будто направляемая неведомой силой. Она с удовольствием поглощала жизненные соки своих жертв. Она наслаждалась соками других, но как будто была привязана к концу тонкой нити. Временами даже жестокие жалеют слабых, как если бы игла решила починить старое разорванное полотно. Игла, которая раньше вредила другим, ощутила в сердце желание избавиться от нити дурных действий и обрести сияющее солнце просветление. Неожиданно демон Шаракшаси Сучи почувствовала глубокое отвращение к своим поступкам, и ее действия начали сжечь ее сердце. Но она по-прежнему в полную силу продолжала причинять вред другим, следуя своей природе. Она продолжала мастерски прокалывать ткань и тянуть сквозь нее свою нить, подобную длинной нити желаний в телах живых существ. Она торопилась, смежив свои веки, как будто ее заставляли шить. Так злодеи творят дурное дело, скрывая свои лица. Пронзая обернутый вокруг шеи платок, полное желание навредить, она заглядывала жертве в лицо, раздумывая, как лучше напасть. Ведь мучители жаждут только этого. Игла одинаково прокалывает и грубые льняные, и тонкие шелковые ткани. Воистину, разве может глупец отличить хорошее от плохого? Сама она, сжатая пальцами руки, видела протягиваемую через ее ушко нить, как свои собственные вытянутые жилы и внутренности. Жестокая и бессердечная, она входила в самые разные объекты, сочные и сухие, нанизывая их на свою нить но не получая от этого удовольствия. Она была бессловесной, с продернутой во рту нитью. Хотя она была и жестокой к другим, но страдала сама, хоть и была царского рода, но была несчастна. Без повода со стороны других, желающая им смерти, связанная собственными чувствами, иголка сучика висела в петле своих действий. Выпав из руки портного, она лежала в одиночестве в темной компании себя самой. Воистину, кто не любит друга, подобного себе? Она предпочитала общество простых людей с глупыми мыслями, ибо кто откажется от компании таких же как он. Но когда она попадала в руки кузнеца, то, оставляя все, движимое ветрами кузнечных мехов, она готова была взлететь в небеса и исчезнуть. Иголка входила в лотос сердца с потоками вдоха и выдоха, праны и опаны, и становилась как будто живой силой, вызывающей ужасные страдания смешивалась с саманой, силой пищеварения, она вызывала проблемы с желудком, соединяясь с уданой, она вызывала проблемы в горле. Сливаясь с вьяной, наполняющей все тело, она проходила через соки всех органов, вызывая разные формы безумия, слабости и боли в сердце. Часто демонша спала в крошечных убежищах, находящихся в шерсти животных, и на руках пастухов. Она развлекалась, раня пальцы и руки детей. Она входила в тела через босые ноги и с радостью напивалась крови. Когда она пронзала цветы для гирлянды, она довольствовалась малым количеством пищи. Она подолгу валялась в грязных местах лицом вниз, ибо кто оставит то, что нравится? Ее жестокая природа проявляется через нападения. Злые существа получают больше удовольствия от ссор, чем от радостных празднований. Скупцу доставляет огромное удовольствие даже маленькая монета. Удивительное проявление себялюбия от которого сложно избавиться. В силу своего невежества иголка в двух своих ипостасях стремилась убивать людей. Удивительно, глупцы не заблуждаются, когда дело касается их желаний. Мне легко убить другого, пронзая его, как игла прокалывает материю от таких мыслей она становилась очень довольной. Не вредя другим существам, сучика бы заболела сама, ведь игла ржавеет, если ее не натирать грязью. О ней, тонкой и незаметной, жестокой и болезнетворной игле, вызывающей острые боли, быстро забывали, приписывая болезнь неизбежной судьбе. Своими прокалыванием и нанизыванием, убивающими других, Ракшаси была счастлива, как дурные люди наслаждаются, видя боль и страдания окружающих. Она купалась в грязи, поднималась в небо, и небесные ветры носили ее повсюду. Она падала в пыль и валялась на земле в лесу. Она скрывалась в одежде, в доме и во дворце. Пряталась на руках и в ушных раковинах, в мягкой шерсти, в трещинах дерева и глины. Она появлялась в сердце, бродя повсюду, как будто обладая волшебной силой. Валмики сказал, когда мудрец произнес это, закончился день, и собрание разошлось, поклонившись по своим вечерним делам для молитв и омовений, свершаемых в соответствии с обычаями. А на следующий день, с восходом солнца, когда ушла тьма, все собрались снова. Такова сарга семидесятая. Приключения иголки книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Сарга 71. Раскаяние иголки сучи. Васиштха сказал. Долгое время демонша Ракшаси по имени Каркати ела плоть людей, но не получала от этого удовольствия. Сначала для удовлетворения голода ей было достаточно капли крови – ведь ее размеры были невелики, но теперь ей стало трудно выносить внутреннее недовольство. Она подумала, ⁇ Увы, увы, зачем я стала крохотной иголкой? Я мала и не могу проглотить даже кусочка. Увы мне! ⁇ Куда подевались мои руки и ноги, огромные, как черные тучи? По моей глупости они исчезли, как сухие листья опадают с деревьев в лесу. Увы, несчастна моя судьба. Я не могу насладиться даже маленьким кусочком сладкого мяса с вкусным ароматным жиром. Я валяюсь в грязи и падаю в пыль, люди топчут меня ногами, и, входя в их кровь, я становлюсь нечистой. Увы, я потерянно и беспомощно, голодно и бездомно. Страдания следуют за страданием и беда за бедой. У меня нет ни друга, ни подруги, ни отца, ни матери, ни родственника, ни помощника, ни брата, ни сына. У меня нет ни тела, ни опоры, нет у меня никаких средств к существованию и нет обители для отдыха. Меня несет, словно сухой лист в лесу. Я глубоко несчастна, мое положение ужасно, я желаю смерти, но даже она мне недоступна. Я оставила свое тело по собственной глупости, по недомыслию выпустила драгоценный камень из рук, увлекшись стекляшкой. Ум, полный проблем, создает заблуждение, которое потом разрастается бессмысленным вздором и страданиями. Я то живу в дыму, то валяюсь в пыли на дороге, то брошено в траву. Страдания преследуют меня, я постоянно подвластна чужой воле и совершаю то, что меня заставляют делать другие. Я совершенно несчастна, увы, я в чужих руках. Я бессмысленно брожу по свету в форме вредящей всем иголки, и моя незначительная судьба — ужасное несчастье. Вместо избавления от одного демона, благодаря моей аскезе и стараниям, появился другой огромный демон, разрушающий все. Зачем я, глупая, так легко отказалась от своего громадного тела. Воистину, глупые мысли приводят к разрушению. О, кто спасет меня, обладающую этим телом, крошечным, как у мельчайшего червя? Кто поднимет меня из грязи? Как мысль о такой несчастной может возникнуть в различающем уме мудрого? Как трава, растущая на деревенской дороге, может добраться до людей, живущих на вершинах гор? Как я могу спастись из этого океана невежества? Слепой не станет зрячим благодаря огоньку светлячка. Я... Не знаю, сколько мне еще суждено бродить в страданиях без надежды среди этих оврагов несчастий и невезения. Когда я снова стану огромной и черной дочерью горы, схожей со столбом, разделяющим землю и небо? Когда мои плечи сделаются подобны гирлянде облаков – Глаза будут сиять молниями, туман станет моей одеждой, а вздыбленные волосы будут доставать до неба. Когда мои черные груди будут колыхаться в такт с телом, подобным черной туче, как танцующие перед дождем павлины? Когда от моего смеха будет разлетаться пепел лесов, скрывая свет солнца? когда я опять приму огромную форму, как будто способную поглотить мир. С гирляндой из солнц, с глазами, как огненные чаши, когда я буду бродить, попирая ногами вершины гор. Когда у меня снова будет огромное чрево, прекрасная необъятная пещера, когда ряды моих ногтей уподобятся огромным плывущим по небу облакам. О, когда ко мне вернется моя улыбка, от которой разбегались могучие демоны. Когда я снова буду танцевать в огромном лесу, отбивая на бедрах такт. Когда моя необъятная утроба будет постоянно полна горами мертвой плоти и маслов, ведрами крови и жира. Когда я захмелею, напившись крови существ всего мира, стану радостной и довольной и смогу счастливо заснуть. Я Сама превратила в пепел свое огромное замечательное тело, сожгла его в огне глупых практик и согласилась на тело иголки, обменяв золото на железо. О, где мое прошлое тело, наполняющее пространство и напоминающее черную гору? И где эта крошечная иголка, мелкая? как ножка комара. Даже получив золото, глупец бросает его, думая, что это мусор. И также я, пожелав стать иголкой, оставила свое прекрасное тело. — Увы, о, мое огромное брюхо, похожее на глубокую туманную пещеру в горях Винтхья. Почему ты не убиваешь слонов, подобно льву? О, мои огромные руки, которые ломали горные пики с ногтями, напоминающими луны, Почему вы не отщипываете кусочки от луны, как от подношения? О, моя грудь, прекрасная, как склоны величайшей черной горы, Где теперь твои лиса шерсти? которых львы и прочие звери бродили, как блохи. О, мои глаза, рассеивавшие своим блеском тьму ночи, пылавшие, как сухие дрова, почему вы больше не сияете горящими взглядами, озаряя все вокруг? О, мои плечи, любимые друзья, вы пропали, вы сгинули с этой земли, и вас разрушило время. Вы превратились в пыль на склоне горы. О, мое лицо, схожее с луной, почему ты не играешь сейчас своими лучами, затмевая пожар разрушения вселенной? О, мои могучие руки, куда вы подевались? Увы, теперь крошечную иголку может оттолкнуть ногой муха. О, мои круглые, прекрасные ягодицы, превосходившие размером гору Виндхья! О, моя замечательная бездонная пещерка, заросшая деревьями! Где моя прежняя форма, наполнявшая пространство, и где это бесполезное новое тело иголки? Где мой огромный зев, куда помещалось все от неба до земли? И где этот крошечный ротик иглы? Где мои горы мяса, где трапезы? И где обед иголки, состоящий из капли воды? Увы, я стала такой крохотной только в результате своих собственных разрушительных действий. Такова сарга 71 Раскаяние иголки Сучи, книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Сарга 72. Сила решимости иголки Каркати. Васиштха сказал. Иголка Сучи, молча все обдумав, твердо решила тут же вновь стать аскетом, чтобы вернуть свое огромное тело. Приняв это твердое решение, она прекратила убивать людей и удалилась на вершину Гималаев для суровых практик. Она сосредоточилась на своей природе иглы, и войдя в ум иголки, будучи ее сущностью, с помощью жизненной силы взяла ум под контроль. Так, сосредоточившись умом на образе иглы, она перенеслась в далекие Гималаи в форме жизненной силы. Там, в отсутствие всех живых существ, вместе с сожженным пожарами, покрытым пылью и сияющим огромными драгоценными камнями, в бескрайней и бесплодной пустыне, где ничего не росло, она, явившись внезапно, была похожа на неведомо откуда взявшуюся сухую травинку. Вонзившись наполовину в землю своим тонким концом, и вообразив, что стоит на одной ноге, она начала свою аскезу. Своим крошечным острием она наступила на пылинку и, отказавшись от понятий о прошлом, настоящем и будущем, стояла с усилием, подняв лицо вверх. Черная, жестокая, острая и твердая, глотая ветер она утвердилась на своем конце среди пыли. Для голодных зверей, наблюдающих за нею из далекого леса, она выглядела крошечной травинкой, не качающейся на ветру. Луч света вырвался из его игольного ушка и стал отражением сучи, ее другом, оберегающим ее сзади. Человек испытывает любовь даже к дурному близкому родственнику. Также и этот луч света по причине своей чистоты ощущал дружественность и любовь по отношению к сучике. Из ее тени появилась другая подруга Аскет, черное подобие сучики ввиду черноты, остающаяся всегда позади. Игла, появившаяся из тени сучи, и луч света из игольного ушка поддерживали друг друга, как друзья. Хорошие люди всегда готовы помочь друг другу. Глядя на сучику, даже деревья, лианы и птицы были тронуты. Да и кто не был бы вдохновлен, видя такую великую аскезу иглы? Замерев, на своем остром кончике она сосредоточила свой ум на аскезе. Деревья и лианы посылали ей с ветром пыльцу, выпуская ее со звуком «бхам». Боги и прочие существа леса все время пытались наполнить рот иголки пыльцой цветов. Великий Индра, желая помешать ее аскезе, посылал с ветром частички мяса, чтобы они насытили ее. Но сучика не принимала их. Решительно сосредоточившись на аскезе, она стойко отказалась от пищи, даже слабые внутренней твердостью и решительностью избавляются от препятствий своим практикам. Она ничего не принимала, даже пыльцу цветов и ветер – способный вывернуть с корнем саму гору Меру, был изумлен ее стойкостью. Сучи с головой покрывала грязь, ее затапливало громадными водами наводнений, ее сотрясали сильнейшие ветра и сжигали лесные пожары. Ее хлестал град, пытались напугать громы, молнии, черные тучи и рычащие звери. Так она стояла тысячи лет на конце иглы, не шевелясь, исполненная решимости, совершенно неподвижная в своем отречении от мира, как будто застывшая в глубоком сне. Отказавшись от внешних восприятий, она не замечала, как проходило время и изменялось все вокруг. Так, размышляя над своей природой, она пробудилась к истине. Она обрела видение высшей мудрости и познала прошлое и будущее. Существо вредоносной иголки достигло высочайшей чистоты. Осознав своим собственным умом то, что должно быть познанно, Сучика осознала блаженство своей природы, когда Аскеза сокрушила все ее прошлые прегрешения. В течение семи тысяч лет она предавалась своему изнуряющему подвижничеству, и жар ее усилий грозил спалить все четырнадцать великих миров. В разрушительном огне ее аскезы засияли величественные Гималаи, и от этого как будто вспыхнул весь мир. Индра, царь богов, спросил мудреца Нараду о том, чья аскеза готова поглотить мир, и Нарада ему ответил, «Это Сучи, совершая отречение от мира в течение долгих семи тысяч лет, достигла высшей мудрости, и поэтому этот мир сияет. О, Индра, демоны наги шипят, горы сотрясаются, небожители низвергаются, океаны и облака высыхают, земля чернеет, и на солнце появляются пятна. Это жар Аскезы иглы сучи творит разрушение. Такова сарга 72, сила решимости иголки Каркати, книги третьей о создании Махарамаяны шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной валмики. Сарга 73. Рассказ о Баскезе Сучи. Васиштха сказал. Индра, узнав о суровой практике Каркати, исполненный любопытства, продолжил расспросы народы. Индра спросил. О Муни, своей аскезой, обретя тело демонической иголки, что хорошего получила Каркати, подобное глупой обезьяне? Нарада ответил. О, Индра! Тонкая демоническая сущность живой иглы имела опорой металлическую иглу оставив свою опору и перемещаясь в колеснице ветра в пространстве, она входила в тела существ вместе с их дыханием. Через отверстия в телах грешных людей она проникала в их органы, сосуды, мышцы, кровь и костный мозг и подолгу обитала там, как птица в дупле. Войдя в сосуды тела, как ветер, она пробуждала острые боли, вонзаясь, как трезубец, установленный под баньяновым деревом, поклоняющимися шиве. С помощью тел и чувств своих жертв она наслаждалась их разнообразной, многочисленной пищей и человеческим мясом. Войдя в тело, и глаз спала с юной девушкой чья щека покоилась на сшитом покрывале, лежащем на груди ее любимого среди гирлянд, рассыпавшихся вокруг. Проникнув в тело птицы, она путешествовала с беззаботной птицей среди прекрасных рощ и лотосов, более душистых, чем каскады цветов райского дерева желаний. Войдя в пчелу, она, как пчела, пила нектар и вкушала пыльцу деревьев мандара, и забавлялась с пчелами в лесах на горных вершинах, где обитают боги. Как старый гриф, она отрывала и глотала куски мертвых тел, так воин с мечом в битве рубит на части ратников противника. Она двигалась повсюду, во всех органах, оболочках и каналах тела, как порывы ветра путешествуют везде, в синем небе. Как поток пран с дыханием входит в сердца всех существ, так она проникала в разнообразные тела. Также единая сила сознания сияет в телах всех живых существ различными своими проявлениями. Подобно хозяйке в своем доме, занимающейся своими делами при свете лампы. Она обитала в крови живых существ, как текучесть обитает в водах, и развлекалась в утробах, как в океанах появляются волны и водовороты. Она погружалась в сон в белоснежном сале, как вишну в кольцах многоголового змея Шеши, и наслаждалась нектаром телесных соков. Словно ветер она впитывала соки деревьев, кустов и лекарственных трав, как питающих сердце, так и ядовитых, вызывающих отравление и пробуждающих воинственность. Затем она твердо решила стать живой иглой и оставить свою жестокую природу. Она стала святым аскетом и очищенным разумом, и эту живую сущность Перемещала силой ветра невидимая железная игла, которая стала конем, несущим ее беспрепятственно повсюду. С бесчисленными воплощенными существами она пила, ела, развлекалась, давала, получала, танцевала, пела и отдыхала. Не было ничего, что она не делала бы, имея невидимое тело очищенный ум и форму пространства. Но, пьянее от вкуса мяса и крови, она проводила время подобно слону, прикованному к столбу. В реках жизни, полных катящихся волн, невидимых тел, беспомощных и влекомых течением, она развлекалась, подобно крокодилу. Но она не могла глотать жир и мясо, и горько жаловалась в своем сердце, напоминая дряхлую, больную, богатую старуху. Как танцовщица на сцене исполняет танец звеня браслетами и другими украшениями на руках и ногах, так она заставляла выплясывать козла, верблюда, оленя, слона, лошадь, льва, тигра и других существ соединившись с ветром внутри и вовне, она пребывала в нем, как тонкий аромат. Ее изгоняли с помощью мантр, лекарственных растений, особых практик, пожертвований, молитв богам и прочих методов, и она спасалась, как выбрасывается на берег волна в горном потоке. Тогда Сучи исчезла, как неизвестно куда пропадает свет потушей лампы. Она скрывалась в металлической игле, как в утробе матери, и оставалась там в неподвижности. Все существа стремятся в убежище, отвечающее их склонностям, и также в соответствии со своей природой демон Шаракшаси искала пристанище в теле иглы. Живая иголка путешествовала повсюду, но в тяжелые времена возвращалась в свое прибежище железной иглы, как глупые люди в сложных ситуациях. Так, она бродила везде, и ее ум был ублаготворен, но физического удовлетворения она никогда не достигала. Только существенное может обрести качество но не несуществующее. Лишь тот, у кого есть тело, может обрести плотскую удовлетворенность. Теперь, вспоминая свои былые телесные удовольствия, она страдала и мечтала вновь ощутить сытость наполненной утробы. Она решила снова практиковать аскезу, выбрав для этого подходящее место, чтобы получить назад свое прежнее огромное тело. Она проникла в сердце молодого грифа с дыханием, как птица входит в свое гнездо. Этот гриф, ощутив болезнь, вызванную иголкой, стал подвластен желанием сучи, исполняя то, чего хотелось ей. По велению иглы гриф доставил ее на выбранную ею гору – как несомое ветром облако. Здесь, в безлюдной бескрайней глуши, он оставил ее, как йог оставляет свой ум в состоянии, лишенном всех мыслей. Она сразу же твердо встала на свою единственную ногу, будто гриф водрузил на скалу неподвижный образ богини. Решительно вонзившись в частичку пыли кончиком своей крошечной ноги, подняв голову вверх, она уподобилась языку пламени на вершине горы. Живая иголка, видя железную иглу, оставленную Грифом, вышла из тела птицы наружу. Покинув тело птицы, игла сучи сосредоточила свой ум, как аромат отделяясь от воздуха, устремляется с дыханием в нос. Гриф улетел в свою страну счастливый, как носильщик, освободившийся от груза, и его внутреннее беспокойство прошло, как у выздоровевшего человека. Живая игла сделала железную иглу своей основой в аскезе. Верно, использовать твердые средства для схожих по прочности целей, ибо действия, не имеющих тела, не могут принести результат без поддержки. Так, она, утвердившись на своей основе, начала аскезу. Живая игла наполнила железную иглу, как демон вселяется в дерево Ашока, или как аромат наполняет ветер. Так, у Индра, Сучи приступила к своему долгому воздержанию, оставаясь в этой лесной глуши в течение множества лет. О, искусный в том, что должно быть сделано! Тебе надо постараться исполнить ее желание, пока сила ее аскезы не спалила всю вселенную. Васиштха сказал. Услышав рассказ народы, Индра послал бога ветра пролететь по всему свету в поисках сучи. Тут же сознание ветра отправилось в поиск и, оставив небесные пути, быстро исследовало землю. Часть его сознания тут же стала вездесущей, как свет сознания – беспрепятственно распространяется повсюду. Сознание ветра вскоре обнаружило за семью океанами на земле огромную безлюдную долину в горах Локолока, как будто состоящих из драгоценного камня. Оно видело континент Пушкару со множеством гор и долин в нем, окруженный кольцом океана со сладкой водой континент Гомеда с тьмой строений и обитателей, опоясанный океаном вина, в котором обитают разные рыбы и морские твари, континент Краунча с массой спокойных и величественных гор, окаменелый океаном сока с сахарного тростника, континент Швета с разнообразными существами, окруженный океаном молока, посреди которого пребывает вишну – Господь всех трех миров. Затем континент Куша с огромными горами и долинами, городами и дворцами, взятый в кольцо океаном топленого масла. Континент Шака с поселениями и разнообразными строениями, опоясанный океаном кислого молока. Континент Джамбу с огромной горой Меру и множеством других горных пиков, окруженный океаном соленой воды. Здесь сознание ветра сошло с плеч ветра на землю и тут же наполнило всю местность своим дуновением. Ветер осмотрел континент Джамбу и достиг вершин Гималаев, где сучи исполняла свою недвижимую аскезу. Он донесся до огромного леса на вершине горы, который раскинулся широко, напоминая еще одно пространство, в котором не было существ и их движений. По причине близости к солнцу в этом необычном творении сансары не росла даже трава, и все покрывало пыль. Это место было подобно океану, полному бесчисленных рек миражей, от которых вздымались радуги. Эта пустыня раскинулась до горизонта, и даже локопалы, защищающие мир, не ведали ее границ, и лишь пролетающий ветер поднимал там песчаные облака. Она напоминала кокетливую женщину, умощенную желтым шафраном солнечных лучей, и сандаловой пастой лунного света, издающую нежные звуки свистом ветра. Пронесшись над семью континентами, окруженными океанами, облетев всю землю и устав от долгого путешествия, ветер, чье тело полностью наполняет пространство во всех направлениях, устало опустился на вершину горы как пчела приседает на цветок. Такова Сарга 73. Рассказ об Аскезе Сучи. Книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. ना पूर्णमुद्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशूष्यते ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः